И добро пожаловать, ребятки, сегодня у нас будет очередной хоррор, хоррорюшка, инди-игрушка под названием The Gumburger Man. Это инди-ужастик, нашел я его в интернете, так что, в принципе, погнали, нажимаем play, посмотрим, что у нас там. Игрушка сделана на движке... Так, окей, игрушка сделана на движке Unity, так что погнали. Посмотрим, что к чему. Так, окей, у нас ровно 12 часов. И я так понимаю, нам надо жрать эти гамбургеры, да? 8 бургеров. 2 из 8 бургеров. Ладно, смотри, что я знаю только в этой игре. Тут какая-то еще чушка ходит помимо этого. И охотится за нами. Так, окей. О, еще один гамбургер. Мне уже не по себе немного. Воу! Так, окей, я даже не понял, как меня сожрали, в принципе. А, бургеры в той же последовательности лежат. Давай попробуем. Еще раз. Стрим, мы можем бегать. А, это хорошо. А, значит, мы нафиг сможем убежать. Тихо. Я не дамся монстру. Тихо. Я не знаю, я куда-то бегу. Тупо бегу. Где-то этот, короче, какой-то мужик тут ходит. Чё это за звуки? Они где-то отсюда? Три. Так, погоди. Я охренел просто. Вот это неожиданно. Окей, вот чем крутые инди-ужастики. Ты даже нафиг не знаешь, кто тут обитает. Так, тихо. Окей. 2 из 8. Какую мы максимальную сможем набрать? Как его сказать? Ну, сжирание бургеров максимальное сейчас будем набирать. Стрим, мне кажется, это как в Шреке. Вот этот, тот, кто... Так, да... Какой-то мужик, вы видели? Это какой-то мужик, прям Тарзан за нами бежит. Офигеть. Хорошо. Помните, мы играли с своим псим-хоррор, там был Шрек бегал, и с каждым взятым мечом он тупо попросту ускорялся. Так и тут то же самое, последовательность, тут, наверное, тоже злодей нахрен ускоряется со всей дури. Так, тихо. О, еще гамбургер, мне, пожалуйста, гамбургер. Тихо. Не знаю, насколько... О, что это? Кетчуп. Можно мне кетчуп. Так, тут заперто, завалено. О, какой... Вот, это какой-то мужик! Ребята, это какой-то мужик! Бежим, просто тупо бежим на... Тихо. Вот, это мужик бежит за нами какой-то. Так, тихо, ребята. Ребята, не расслабляемся, топ, просто бежим нахрен, блин, у меня же язык уже заплетается. Тут мужик бежит за нами, какой-то качок за нами бежит, ёпту, лево. Так, бежим, просто бежим. Тупо нахрен бежим. Походу он знает, где мы находимся. Так, тихо. Тихо, я вроде как обошел, очень хорошо обошел. Так, тихо. И твою мать. Куда бежать? Тихо, куда бежать, ребята, где бургеры, я хрен знает. Так, подожди. Тут мы брали бургеры. Ох, какие красавцы, какие красивые бургеры. Смотри, тут тупо... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, он там. Так, Тарзана не упускаем из виду, он где-то тут. Так, вот на местность. Мне надо на ее сейчас отбежать, хорошо. Так, тихо. Тут мы еще не были. Ой, все, мне кранты, ребята. Все, тихо, если он меня не найдет, я тебя прошу, не... Я тебя прошу... Нет, меня этот мужик сожрал, круто.
5 из 8. Ладно, давай последний забег. Блин, реально. Тихо, тихонько, тихонечко. Где мы еще не были? Где я еще бургер-то не подобрал? Почему тебе, чувак, не уйти просто с семью бургерами? Ой-ой-ой-ой-ой, бежит, бежит, бежит. Бежит, мать его, бежит. Тупо бежит за нами. Тупо бежит за нами качок какой-то стрёмный. Что делать, что делать, что делать, ребята? Ой, я себя в тупик загнал, чувствую. Ой, все. Все, нам пиздец. Все, все, 7 из 8 бургеров. Ну вот. Ну вот, ребятки, я прошел игру The Hamburger Man. Ради вас, ребятки, я это сделал, потому что, ну, не мог я не пройти эту такую простую инди-игру. Ну и, в принципе, смотри, у нас открылся Hard Mode, я немного в нем поиграл. Когда ты вот переходишь в него, то вот тут написано, как бы, не заходи туда, там опасно и так далее. В основном он ничем не отличается, только сам чувак чуть-чуть быстрее. И вот, как бы сказать, бургеры в другой последовательности разбросаны. Так что сегодня у нас была игрушечка The Hamburger Man. Кто хочет поиграть, и в принципе на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь на видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот, всем удачи и всем пока-пока.